распаковочка чек. Что у нас сегодня? У меня небольшие книжки. Сейчас я вам все покажу. Я еще заказала для себя книги по рисованию. Вот, так что скоро будут отзывы. Так, итак, вы видите, 50 приемов письма от Троя Питера Кларка. Мне сейчас это очень нужно, потому что я хочу стать альрак-копирайтером. Ну, не совсем. В общем, мне нужно тексты подтянуть. Так, неизведанное тело, естественно, очень интересно. Вот, изучить сейчас этот момент. Пиши ленивая жопа, собственно. И, ну, токсичные родственники — это бич нынешнего времени. Не знаю, заметили или нет. Сейчас очень много говорят о родственниках, токсиков и ближнее окружение. Хочу изучить этот момент. Вот, так что скоро будут отзывы на все 4 книжки. Ну, там еще у меня, конечно. На этот уже был. Он будет в описании. Вот, читаю еще сейчас вот эти книжки. Ну, собственно, нужно время, чтобы... Ну, момент, чтобы их сфоткать и уже написать. Да, киска.